Так, раз-два. What's up, ребятки, с вами канал Alligame, Let's Play Rock, это ведьма, короче, погнали. Разрешение перестали выдавать в 60-х, древнее место. Да, действительно. Что ты там нашел, Буля? Давай, показывай. Сначала нужно зажечь ее вот так. Двигатель начинает тянуть, смотри за давлением. Стрелку нужно удерживать в зеленой зоне. Когда закончишь, погаси огонь и перекрой трубы. Оставил тебе записи на случай непредвиденных обстоятельств. Так, ну у нас теперь, короче, что? У нас теперь записи есть. Вот мы дожгли печь. И что дальше? Что, здесь ничего не появилось? Блин, не прикольно, короче. И что теперь? Отлично, блин, аж мурашки, короче. В общем, ребят, тема такая. В общем, нам нужно запустить, зажечь печь, короче, выровнять давление. Но нету механизмов кое-каких, которые... Ну, в общем, здесь что-то пропало. Мы теперь не можем задействовать эту машину. Эту печь, я не знаю, что это. В общем, вот эту штуку надо запустить. Тут чего-то не хватает. Так, кстати, нашли пленку. Если что-то не ясно будет по этой печи, нужно будет зайти сюда. Здесь будут оставлены мне некие подсказки. Прочесть. Паровой двигатель. Вот, двигатель нужно запустить. Мы только что получили новую партию. Зайди в ремонтный цех и забери запчасти, которые просил Роберт. Теперь ремонтный цех нужно найти. Там вдалеке что-то мигает, так очень страшно. Так, Буллит, нам нужен ремонтный цех. А, Буллит, красавчик вообще. Сейчас мы пойдем в лес. Все не так прекрасно, как ты думаешь. Обосремся мы оба. Несмотря на то, что посрать хотел ты. Так, вот карта. Гараж выглядит многообещающе. Там могли остаться запчасти. Я здесь, а гараж находится... Ты ж обосраться, ты гонишь. Да нет. Шутка, да? Скажи, что... Где камера? Где камера? Камера где? Ребят, это мы, короче, вот тут сверху, и нам надо херачить через всю темноту, через лес. Через лес надо херачить вниз в какую-то... Я не знаю, это что это? Кладбище? Туда идти? Не, вы гоните, серьезно. В общем, Буллит, надо идти. Я так полагаю, нам вот сюда, Буллит, да? Буллит, давай, залезай. Тормоз. И это тормоз. Охренеть.